Глава района Роман Синеговский провел выездную строительную планерку. Он посетил социальные объекты, где уже ведутся работы, а также обсудил со специалистами планы по предстоящим ремонтным работам. Выездную строительную планерку глава района Роман Синеговский начал с посещения городского стадиона, где завершается строительство туристической полосы, и побывал в новом спортивном комплексе «Медведь». Центр единоборств работает в полную силу. Здесь занимается более 250 детей. Но система вентиляции и кондиционирования не смогла справиться с аномально жарким кубанским летом. Чтобы создать спортсменам и их тренерам комфортные условия для занятий, сейчас решается вопрос установки здесь сплит-систем. Площадь помещения очень большая, поэтому важно проработать все варианты, чтобы кондиционирование было эффективным. Следующий объект, который посетил глава района, это бассейн «Дельфин». В прошлом году там начал работать бассейн для самых маленьких славянцев от 5 лет. Сейчас решается вопрос, чтобы такой бассейн работал на постоянной основе и был капитально сделан. Планировалось оборудовать его рядом с чашей основного бассейна, но тогда придется останавливать работу спортивного объекта. Еще один вариант, к которому все склоняются, сделать его на первом этаже. Сейчас строители составляют смету, прорабатывают все детали. Важно, чтобы бассейн для малышей был не только безопасным, но и комфортным, в том числе и по температуре в помещении. Продумайте конструктивы на перспективу. Как все-таки в этом месте, где будет непосредственно купание, если оттуда вход, обеспечить микроклимат? То есть какой-то потолок может со временем придумать. Именно тут уже можно перегородку сделать, правильно? Здесь сделать потолок, здесь его не делать. И будем, Василий, будем здесь сберегать тепло. Побывал глава района и в спортивном комплексе «Лидер». Там по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева приступили к капитальному ремонту напольного покрытия в большом зале. За годы интенсивной эксплуатации оно пришло в негодность и требовало ремонта. Роман Синеговский пообщался с подрядчиками, обсудил проблемные вопросы предстоящих работ. На сегодня строители уже закрыли наиболее проблемные участки специальным покрытием. Затем будет поверх ложиться еще одно покрытие, которое должно прослужить не менее 10 лет. К середине сентября все ремонты работы должны быть завершены, и спорткомплекс снова заработает в полную силу. Рядом с «Лидером» находится спорткомплекс «Триумф», в котором в основном занимаются баскетболисты. Напольное покрытие здесь эксплуатируется тоже интенсивно. Сейчас оно находится в удовлетворительном состоянии, но в будущем тоже потребует ремонта. Глава района дал поручение специалистам управления строительства на перспективу также проработать этот вопрос, чтобы в будущем привести в порядок и этот спортивный зал.